Год педагога и наставника завершился знаменательным событием. В столице республики был проведен первый съезд учителей родных языков, литературы и культуры народов Севера, в котором приняли участие 300 делегатов, почетные гости, ученые-эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, члены правительства, народные депутаты Якутии, представители общественных этнических организаций. С приветственным словом работу съезда открыл заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. От имени правительства республики и от имени Организационного комитета по подготовке и проведению съезда поздравить с этим значимым и жизненно важным событием для жизни нашей республики. Республика Саха-Якутия определила для себя приоритетные задачи сохранения культурного и языкового наследия народов нашей республики. И правительство республики, все органы государственной власти, органы муниципальной власти считают, что родной язык для каждого народа является основополагающим, этнообразующим признаком и главной составляющей нашей национальной культуры. И наша задача – передавать их от поколения к поколению. Именно такую задачу ставит перед нами глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Без участия самих жителей, без осознания необходимости знания своего родного языка, нам решать стоящие перед нами задачи будет крайне затруднительно. Уверен, что съезд должен способствовать созданию благоприятных условий для сохранения и гармоничного развития родных языков, обобщению и распространению лучших практик преподавания родных языков, а такие практики в нашей республике есть. И самое главное, наш призыв, направленный детям и их родителям, уважать, ценить и изучать свой родной язык, будет услышан. Уважаемый делегат, разрешите съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия считать открытым. С основным докладом о состоянии образования и перспективах обучения родным языкам, литературе и культуре народов Севера выступила заместитель министра образования и науки Якутии Алевтина Петровна Аргунова. В год педагога и наставника по Российской Федерации и в год труда Республики Саха-Якутия мы проводим первый республиканский съезд учителей родных языков народа Севера. В этом году педагогическая общественность также отметила 200-летие со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Мы тоже были инициаторами зарождения кочевых школ. Это структурные подразделения общеобразовательных организаций, созданные для детей, ведущих с родителями кочевой образ жизни. Третья модель – это экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля. И как вы знаете, по поручению президента страны, школа будет у нас тоже выходить на новый качественный уровень, и мы все ожидаем строительства нового корпуса школы-интерната «Арктика». Эти проекты созданы и работают благодаря вам, нашим учителям, нашим почетным гостям и участникам съезда. Вместе с вами мы вносим существенный вклад в развитие системы образования детей Севера. Работа съезда была очень насыщенной, интересной. Темы выступлений были очень разнообразны. Наш учитель и наставник, выдающийся северовед Василий Афанасьевич Робек, выделил несколько элементов, которые стоят основам для ревитализации исчезающих языков. И сказал, что нужно создать фундаментальную научную базу для того, чтобы начать обучение нашим языкам. В данной связи перед сотрудниками нашего института стоят такие задачи, как документация исчезающих языков, изучение фольклора, изучение грамматики, лексического строя наших языков, создание различного вида словарей и грамматик. Якутия является флагманом развития образования коренных малочисленных народов Севера.
И одним из первых регион принял закон о родных языках, развивал кочевое образование. Вопросы образования коренных и малочисленных народов поднимаются здесь на правительственном уровне в лице уважаемой Феодосии Васильевны Габышевой. Большой вклад внес НИИ национальных школ, Институт гуманитарных исследований и проблем коренных и малочисленных народов Севера. В Якутии организована подготовка педагогов по родным языкам СФУ имени Амосова. И также Якутия ежегодно направляет к нам в РГПУ имени Герцена по целевому обучению абитуриентов. И надо сказать, что именно из Республики Саха-Якутия приезжают ребята, владеющие языком долганским, венским, инкийским. За пределами пленарного заседания мы пообщались со многими участниками съезда и узнали, что же их волнует. Сегодня все-таки есть потери языка именно в младшем возрасте. Поэтому сегодня самое главное – охватить детей дошкольным образованием, чтобы организованно, именно на научной основе, методически грамотно обучать детей родному языку. А 2024 год президент республики объявил годом семьи. Поэтому мы очень рады, что именно все закладывается в семье. Поэтому вот языковые гнезда, да, конкретно проекты и так далее, они будут именно в домашних условиях, в семьях это будут закладываться. И хочу сказать, что самое главное достижение последних лет, в этом году на федеральном уровне принят закон, это поправки в базу закона об образовании, именно об особенностях кочевого образования. Мы получили еще приказ Министерства просвещения, согласованный Минюстом, поэтому именно специфика организации кочевого образования, в первую очередь, вот то, что началось в нашей республике и будет это продолжаться. Поэтому я очень надеюсь, что мы будем готовить и кадры, будем готовить и учебно-методические пособия для детей коренных малочисленных народов Севера. Я как инициатор, как автор, соавтор программы на федеральном уровне «Дети Арктики» сейчас очень надеюсь, что будет еще акцент делаться на расширение этой программы по другим направлениям, не только отдых и оздоровление детей, а именно акцент был и на родные языки коренных малочисленных народов, и финансирование издания пособий, учебников и учебных кабинетов, именно с учетом условий информационных технологий. Я приехала из Авена-Батантайского улуса на съезд. Работаю заместителем директора по воспитательной работе в Жаргаласской средней школе. Скажите, как у вас там вообще в школе и в районе обстоят дела с языком? Эвенский язык, у нас Эвена-Батантайский национальный улус, в Сакрырской средней школе, да, и Кустурской школе изучается эвенский язык. У нас, к сожалению, эвенский язык изучается в некоторых классах в форме внеурочной деятельности. И есть еще вот внеурочная деятельность по программе культуры народов Республики Саха-Якутия. И как вообще народ воспринимает обучение родным языкам? Ну, вообще, в улусе с этим сложно, в том плане, что нет владеющих людей эвенским языком, да, и поэтому, как бы, общение в быту на эвенском языке, на родном эвенском языке у нас нету. И поэтому, вот, ну, целенаправленно ведется работа по сохранению культуры нашего народа. Да? Наши дети участвуют вот, с детских лет, да, с малых лет, с детского сада, участвуют в различных фестивалях. Они знакомы с культурой, с традициями своего народа. Мы, конечно же, от съезда ждем очень много, ну вот как-то многое узнать, да, ожидаем большего. И хочется, как бы, ну, чтобы язык наш сохранился, чтобы языки, дети могли говорить на своем родном языке. Мирный
олкурдук оголору сахалы эвенкили нучалы он английский тил говорит эвит методический учуна өттүнөн агаях ол эмби бебит проект бытыгар бебит педагогтар быт авторская программа бытынын үлелибит проект бытынын үлелибит он бебит методический кенегелер дахбит карточкалар дахбит тетерэттер дахбит бихека Тимофеева Лилия Владимировна ден алтын та катастыртан хыжыр эвенки тилин бетин эвенки тилин үйретер онна Сылгитова Зинаида Петровна ден хакатылын боюмна хака группатын баспытаталар болулар кенлер бейлере бир түмсүүнүн кепсеттен непсеттен аян таарбыт бу тох авторское методическое пособияларын үлелилдер мен аңбастыгынын хынжамын бу сиестка онна мандык баарын билем мен үөрдүм бу бүгүн келем мен методически өттүнөн эме кинеге боготун кепсетен атын педагогторукта эме билсихен атын оройондартан сылжар педагогторукта онна нөмбердерин уже бебитер бу ватсапка группа терендибит он мантан индекинлер гетта бир ситим нахты күлелех биттен на эрех турах саналах бит. Очень актуальный съезд для учителей родного языка, культуры, коренных малочисленных народов Севера. Это проводится впервые. И надо сказать, что язык – это основа основ культуры, жизни каждого народа. И наши коренные малочисленные народы Севера имеют полное право заявить о сохранении родного языка. И здесь в первую очередь, конечно, актуально именно преподавание родного языка. Так? И очень отрадно, что приехали специалисты из многих регионов Российской Федерации, учителя, педагоги и ученые из Санкт-Петербурга, Москвы, которые являются специалистами именно по родным языкам. Министерство культуры должны в первую очередь обратить внимание на сохранение языков наших народов, потому что без языка нет культуры, духовности, идеологии. Поэтому мы, принимая участие на съезде, говорим о том, что мы должны вместе работать для сохранения наших родных языков. Вот уже 20 с лишним лет я проработала учителем эвенкийского языка. В Оленёкском районе как там сейчас обстоит дело с эвенкийским языком и с обучением эвенкийскому языку? Ну, с 90-х годов у нас уже возродилось, да, этот язык возродился. И сейчас, в данное время, у нас тоже преподается, так и вот мы уже сейчас работаем над сохранением и передаванием от поколения к поколению этого языка, чтобы оно не исчезло. Поэтому мы очень кропотливо работаем. Дети учат язык, да, с первого по, не с первого, а со второго по девятый класс. Сейчас еще отрадно то, что издаются много пособий, да, методик. Но еще хотелось бы, чтобы выпустили аудиодиски, да, и аудирование, да, было, чтобы на уроках использовали молодые педагоги, да, и презентаций очень, ну, по темам, да, тоже очень много было. Это очень хорошо, что присутствовать на первом съезде очень волнительно, и встретила своих тоже однокурсниц, да, спустя 30 лет, да, и чтобы решали все проблемы малочисленных народов Севера, да, решались побыстрее, да, и чтобы молодое поколение также использовало это как бы в будущем, да, чтобы не забывали свой родной язык, продолжали учить и преподавать. Наша газета выходит на языках наших народов Севера, это чукотский, юкагирский, два языка, долганский, эвенский и эвенкийский. Конечно же, основные материалы выходят на русском языке, как на нашем государственном языке, но вот уже два года мы очень активно выходим на языках народов Севера,
И у нас вот открылся, как раз работает новостной портал на всех языках по адресу ilken.ru. Вот, это проект нашей редакции. И благодаря вот усилиям руководства Сахапечати были набраны, набран штат переводчиков новостей на языки народов севера, которые также пишут авторские материалы. Это, я считаю, очень большой шаг для того, чтобы наши языки были представлены в интернете. Программа работы первого съезда учителей родных языков, литературы и культуры народов Севера была очень обширной. Для делегатов были проведены курсы повышения квалификации, лекции, выставки учебной литературы, методические мастерские, мастер-классы педагогов, переговорные и презентационные площадки. В школе чукотская группа – это 30 учащихся. С 1 по 10 класс, в 11 классе одна девочка, которая посещает якутский язык. Ну, изучаем чукотский язык начальной школы песнями, стишками, которые сама перевожу. И в начальной школе учим. Есть учебники, есть, которые мы сами выпускаем с Жанной Андреевной Дичковой. Где-то 7-8 учебников, которые выпустили для чтения первый, второй, третий, четвертый классах. Хотя эти учебники и пользуемся средней и старшим звене, чтобы читать. Какие песни? Если мы учим семью, это первые и вторые классы, у них с песней лучше запоминается, потому что они сами по парте стучат. Имитации, пускай это будет бубна. Например, мы можем петь песню «Апай». Апай, апай, мурги. Вместо апай можно добавить там мама, папа, бабушка, дедушка, двоюродный брат. Они очень любят. А апай это что? Апай это дедушка. Без колов тагар эльбек уксюте эбенки олар веренелдер. Олганам баран бу эбенкилерин тылларын шуэти билбеттер. Тоги тақына бияға кадыр тибет. Бастатан туран. Онтон баллана иккенен оттон биге төхөдө эбенки национальный улуга болбу бүтүрдүнөн биге тылбытын үрөтөри ток венедиторный час ыламмыт эбеккениттен жарыктыйбыт. Ол курдук оголор арас ырыага кооону үрөтөлөр эбенкили тылынан. Онна гарпанча диен эми республикага билдибит ансамбллакбыт. Бу ансамбл быт арас ыры кон күрөктеригер кыттан круп местелер. Хеп ону таанын боллагана театрны кружок такпыт. Олонне эми оголор эбенкили тылынан онну тылларын үйрөтөрүп тол. Круп аренеме билигин үйрөтөйт жабыт. А так ток эжген бэтигер улуска эбенки тылын чталдактар онун тылларын үйрөтөлөр. Бу сиеске бий баллана элбек делегат болон келди бит. Аны билген арас кайысканнан араксаммыт үлели жабыт. Сүрүн вопроспыт тыл вопрогар бий көтөгөбүт. Тылбытын үйрөтүүгө. Я действительно уже больше 50 лет преподаю венкийский язык
в Герцинском педагогическом университете, это наш родной институт народов Севера, да, конечно, проблем много. Если еще учесть социолингвистическую ситуацию, что все-таки мы теряем количество носителей языков, да, даже за последнее время есть, допустим, такие данные, что не стало кирикского, последнего носителя по кирикскому языку, да. Что касается вот моего родного венкийского, тоже как бы данные особо не радуют, да и без данных мы знаем, что, да. Сейчас в школу дети приходят, они, основная масса, они не знают язык, да. Вот я могу даже судить по студентам, которых я учила 30 лет тому назад, да, тогда приезжали абитуриенты со знанием языка, а сейчас нет таких, которые бы знали свой родной язык. Это очень большая, конечно, проблема. Приходится уже их не родному языку учить, да, а родной язык получается как иностранный. Поэтому здесь иначе надо и преподавать, иначе строить программу освоения тех или иных материалов. Так что это, конечно, несет в себе уже дополнительные проблемы, да, те же учебники и так далее. Тут много, целый комплекс, наверное, проблем. У нас в школе изучается тоже родной язык ивенкийский, но на данный момент у нас отсутствие учебников, вот именно федеральных, общих, которые еще сейчас только их делают, ну и, конечно же, общих образовательных программ. У нас в Амурской области образовательные программы, которые я сделала, да, в нашей области используются во всех школах, ну и разных, и в соседних регионах. Вот в этом году у нас Министерством образования Амурской области были как бы утверждены, и ну, пока рабочие программы, они примерные, а федеральных еще нет, поэтому как бы и учебников нет. Поэтому нам тяжело приходится по разным учебникам заниматься. То один материал берешь с одного учебника теоретически, а другой материал, который практически нужно с другого учебника брать, который поновее. Вот в этом отношении, конечно, трудно. Съезд жарин и кунвагунчи денны. А чем сара ламадай? Делы машин пишем. На кун меморин бакал дедави, на кун нун минову бадавок татерн. Ну, со я откантика, сиес. Кот путурат, он ориндатин кунгахар, но омголчал. Это чал турачими. Учадит откан турачик. Ну, уйдоккел, учадит нун турачик. Си он гунчаденни, тар эвадит да хунгтул да турар, бидедатин эя надо оми. Джуду, наверное, скорее всего, надо. И турачида, кумакарн ман утульнунми, турачида, кумакар мартин, турачилликтин, тулилян ангиркилнунми, турачил дигатин. Многообразная работа съезда завершилась созданием Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия и избранием ее руководящих органов. Будем надеяться, что вновь созданная ассоциация будет способствовать изучению, сохранению и развитию родных языков долган, эвенков, эвенов, чукчей и укагиров, проживающих в нашей республике.